В спортивной школе Нефтекамска, расположенной на базе легкоатлетического комплекса «Торпедо», на протяжении многих лет проходят занятия по борьбе дзюдо. Здесь тренер Хамид Талипович работает со слабовидящими детьми. Юные нефтекамцы разных возрастов приходят сюда 3 раза в неделю, чтобы во главе с тренером постигать азы боевого искусства. Слабовидящими я работаю уже с 2014 года. В то время был Рамзидин в 2014 году. И уже с 17-18 года его братишка пришел. Их было мало. И после этого, значит, сейчас на данный момент у меня 9 человек. 9 слабовидящих именно с ними. А так в спортшколе здоровых занимается человек 30. Есть и девочки у меня, 4 девчонки. Остальные все мальчики. Спортсмены регулярно выезжают на соревнования различного уровня. В начале ноября ребята приняли участие в первенстве чемпионате Башкирии по дзюдо среди слабовидящих и слабослышащих детей и вернулись в Нефтекамск с очередными трофеями. Буквально недавно, пару дней назад, ездили с ребятами на соревнования Башкирии, соответственно, первенство республики. Ездил я, боролся среди мужчин и пару наших юниоров. Вот. Среди юниоров наши ребята привезли первые, второе, третье места, соответственно. Ну и я среди мужчин, так сказать, занял второе место на этих соревнованиях. На соревнования выезжали 4 наших спортсмена, и абсолютно все стали призерами. Сейчас борцы проводят тренировки в привычном режиме, но совсем скоро их ждут новые спортивные испытания, где они смогут продемонстрировать свои навыки владения боевым искусством. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».